дороги, пыль да туман, холода тревоги. Каждый вечер с 3 до 7, даже зимой, во дворе многоэтажки по Карлу Маркса концерт для всех желающих. В программе все хиты довоенных и военных лет. Какую песню душа просит, ту и споют. Пенсионеры и сами не заметили, как стали звездами. Да мы мурлыкали вперед, мурлычем. Скучно же так сидеть, разговаривать. А это мы попоем немножко. Мы по молодости всегда гуляли с сестрами, всегда песни. Репертуар постоянно обновляется. Каждый день певцы разучивают по 2 новых песни. За это отвечает Николай Столбов. Однажды он услышал, из соседнего двора доносится пение. С тех пор жить, говорит, без хора не может. Я прихожу сюда, в этот коллектив, никакой. Начинаем петь, все, другая жизнь, другое влечение, ничего не болит. Я счастлив, что... Хоть и в годах, но счастлив, что вот встретился с такими людьми. Искреннее и душевное пение никого не оставляет равнодушным. Прохожие, пробегая мимо по своим делам, даже шаг замедляют. Молодцы, здесь всегда они сидят, в общем. А некоторые не просто наслаждаются пением, но и сами не стесняются подпевать. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, «События».